Опа, сейчас переведу. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, Алан. И сегодня, точнее сейчас, я хотел бы вам рассказать об одной туристической компании, о которой вы уже слышите 11 дней подряд. Давайте я вам немного расскажу о самой компании. Complete Service – это одна из ведущих туристических, международных туристических компаний в Казахстане, которая начала работать с 1999 года. Как вы уже поняли, я с ними подружился, и у нас нашлись общие темы. Поэтому я хотел бы вам рассказать о том, что у них есть турпакеты на будущий концерт Димаша, который пройдет в Алмате 23 сентября. Если у вас, допустим, нет билета на концерт, если вы хотите купить билет, если вы не знаете, где остановиться, то есть в какой гостинице, то именно для этого они создали турпакет, в котором есть три разных вида. Первая гостиница – это Казахстан, четырехзвездочная гостиница. Первый турпакет включает в себя, значит, питание, трансфер из аэропорта в отель, а потом также из отеля в аэропорт, трансфер на сам концерт Димаша, завтрак, обзорная экскурсия по городу Алматы и гиды со знанием русского и английского языков. И, соответственно, как вы уже поняли, проживание в самом отеле. Вторая и третья гостиницы – это пятизвездочные гостиницы, которые обойдутся вам немного дороже. Все цены я оставлю в описании. Они будут в тенге, потому что концерт идет в Казахстане, ну и в долларах. И думаю, не будет проблемой для людей перевести доллары в рубли. Если у вас уже есть билет на концерт Димаша и вам нужен только отель, то есть место для проживания, то вы можете остановиться в отеле Казахстан. И именно в этом отеле я также остановлюсь. Одна ночь на одного человека в отеле Казахстан будет составлять 18 тысяч тенге. Также стоит отметить, что международная туристическая компания Complete Service была назначена официальным туроператором на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, а также на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также в зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а также на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Ну и, наконец, на Олимпийских играх в 2020 году в Токио. Значит, что я хочу этим сказать? Это очень такая популярная и с опытом туристическая компания, международная. Многие мои подписчики, они уже подписаны на меня более 2 лет, и они знают, что я никогда никого не рекламировал вообще. И тот факт, что я рекламирую именно эту международную туристическую компанию, означает, что я им доверяю, и я с ними подружился. Поэтому вся информация будет в описании, а также под этим видео я закреплю один комментарий, где вы можете написать в их поддержку, где они дадут вам информацию по турпакетам, если вы вдруг не поняли, что написано в описании. Поэтому, да, читайте описание и, ну и комментарии. Давайте начнем. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы посмотрим реакцию выпускницы музыкальной школы, наверное, я точно не помню, Тайра Томпсон. По крайней мере, я так думаю, произносится ее имя. А без лишних слов, давайте начнем. Эй, ребята, всем привет, или добро пожаловать на мой канал, если вы тут впервые. Меня зовут Тайра Томпсон. Я певица, а также автор песен. А еще я выпускница музыкальной школы. И сегодня я буду снова делать реакцию. И сегодня мы будем слушать Димаша, который будет петь песню «Грешная страсть». Значит, я сделала свою первую реакцию на Димаша где-то неделю назад, и я вот честно не могла понять, что я тогда посмотрела. И вы, ребята, в комментариях дали мне знать, что это было не самое его лучшее выступление. И это, скажу я вам, нечестно. Понимаете, о чем я? Ну, потому что... Вот с прошлого раза я до сих пор не отошла. Я вот не знаю, что сказать, что добавить. С тех пор я до сих пор собираю свои мозги по кусочкам, потому что... Для этого видео я соберу себя по кусочкам, да, я почти собралась. Вы много раз предлагали мне эту песню. Но перед тем, как начать это видео, я прошу вас подписаться на мой канал переводчика. Это было бы хорошо, да? И без промедлений, давайте начнем эту реакцию. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. Если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Лили долгие лили, были на
ночи без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне, дай. О, я постепенно начинаю что-то ощущать. Она говорит, сейчас начнется жара, я это чувствую. И вокруг тишина. Yes, triangle. Звуки, руки, лица. Да, треугольник. Вот этот инструмент. Я теряю себя, Это как будто бы идеальное количество воздуха проходит через его и так идеальный тон. Я как бы... Ну, окей, давайте продолжим. Этот маленький плач в его голосе. Мне нравятся такие специальные плачи в пении. И я повторюсь, он это сделал специально, потому что... Ну, это Димаш. А, боже мой. Я возвращаюсь. Что? Извините, но как? Вот, это происходит снова. Мой мозг просто разрывается на части. Я перематываю это видео обратно, потому что, ну, я... А также я услышал амелизмы, которые он там спрятал. Я, конечно, не останавливала, но я это заметила. Вот это я называю суперголовной голос. Это был не свист, нет, там есть большая разница между ними.
это была та же самая нота, которую можно было взять и свистковым регистром, но он это сделал в головном голосе, я думаю. И для меня это является еще более впечатляющей вещью. А, кстати говоря, кто-то в комментариях спросил меня, могу ли я сделать реакцию без вот этого вот, когда я ставлю свои руки на свой лоб. И ответом является «возможно», но не в видео с Димашем. Но все мы знали, что так будет происходить, потому что это Димаш. Я должна перемотать назад. Осталось еще целых 3 минуты из этого выступления. Окей, тут по-любому я буду перематывать обратно, потому что я должна понять общую картину того, что он делает. Во-первых, случилось примерно 6 разных вещей. Значится, он обратно возвращается в свой грудной голос. И это круто. Потому что для любого нормального человека спуститься с такой высокой ноты на грудной голос, это было бы большим контрастом. Но потом он сделал вот это вот, как бы, плач, а потом это переходит в йодель, а потом это переходит в переключение регистров? Я со всей уверенностью могу сказать, что я никогда не слышал, чтобы кто-то делал вот такое. Вот никогда, ни разу, ни одного раза. Я должна собраться с мыслями, хотя у меня вообще нет никаких мыслей, потому что мой мозг просто взорван. Остановила в самом интересном моменте. Я же могла просто заплакать, вы что? Я могла как бы... Что? Боже мой, я не могу ничего делать, кроме как смеяться. Это безумие. Это даже нереально. Это ну, истерика. Конечно же, я буду перематывать обратно. Что вы еще ожидали? А где он вдохнул воздух? Он не дышал, знаете сколько? Я не знаю сколько секунд, но он не дышал довольно-таки долго. У него еще и хватило нервов, чтобы сделать риф. Ну, во-первых, последний раз, когда я делал реакцию, он даже почти не делал рифы, и я была удивлена. А вот сейчас, все, что он делал в предыдущем видео, просто увеличилось в 2 раза в этом видео. Понимаете? Йодель там, флипы.
переключение регистров, а вот теперь сейчас и рифы. Вы были правы. Вы все были правы. Мне больше нечего сказать, кроме этого. Мне кажется, что я не могу даже дышать после такого. У меня просто нет никаких слов. Я не знаю, что сказать. Ну, потому что... Вы, ребята, были правы на все 100%. Потому что его предыдущее выступление, Осевес, оно было красивым и невероятным. Я была удивлена, я была в шоке. Но это... Вы издеваетесь надо мной? Я не была готова к этому. Все, что я могу сказать, это то, что я очень рада, что я посмотрела выступление СВС первым. Потому что это его выступление было как бы интро, понимаете? Интро к тому, насколько сильно я буду шокирована. Я думала, что я, блин, готова ко всему, но... Я уже была шокирована его первым выступлением. И я вот думала... Ну куда уж лучше. Я, конечно же, ожидала, что это его выступление будет невероятным, но я не ожидала, что оно будет вот таким. В любом случае, я и вправду насладилась этим выступлением. Мне нужно примерно 6 лет, чтобы восстановиться после такого, понимаете? Ну а кому-то нужно больше 6 лет, чтобы восстановиться. Это еще мало, 6 лет. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Сегодня какой-то яркий день, потому что вы видите все, что находится сзади. Обычно вы этого не видите. Ну, на этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Кстати, да, я прическу не менял, просто в тот день, в том видео, прическа легла удачно утром. Я встал с той ноги, с правильной ноги. И да, обычно я не смотрю за волосами. Они находятся в таком положении, в каком они находятся сами по себе. Я ничего не делаю, то есть я не причесываюсь, да. Вот теперь точно на этом все. Всем пока.